Накануне футбольный клуб «Химки» принял на своем поле команду «Тамбова». Соперник серьезно занимает вторую строчку турнирной таблицы, прошли в российскую премьер-лигу. «Химки» были более целеустремленными, мы больше хотели, больше желали. На поле развернулась нешуточная борьба. Соперники не давали друг другу спуску и бились за каждый мяч. Тамбовчане создали много опасных моментов, но красно-черные смогли отстоять свои ворота. Героем матча стал Аршак Карян. Забил 2 гола и принес «Химкам» победу. В первом тайме точный удар из штрафной в девятку. Второй гол – результат слаженной работы команды. С трибун химчан поддерживал глава городского округа Дмитрий Воложин вместе с сотнями болельщиков. Была просто запредельная мотивация на этот матч. Ну, вышли, сделали свое дело. Спасибо еще раз каждому игроку, который отдал все силы на поле. И, конечно же, болельщикам. Их было очень много, они нас поддерживали. Встреча завершилась красивой победой красно-черных – 2-0. Впереди у химчан еще 2 матча – с Чертанова и Лучом. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.